рыболовная точка на озере Кайтаярви, и это небольшой каменный остров, заросший травой. Для начала необходимо обловить этот остров со всех сторон щучьими приманками. Если щука здесь есть, то она обязательно отреагирует. Проводку имеет смысл делать в толще воды. Если не было никакой реакции, то попробовать джиговую проводку 2 оборота пауза. Если была поклевка, но щука не засеклась, необходимо поставить приманку с открытым крючком. Далее достаем коробку для микроджига, удочку полегче и пытаемся разобраться на этом месте с окунем. Если размер приманки и ее вес подобран верно, то окунь обязательно отреагирует. Напомню, что при ловле окуня играет принцип: чем меньше вес и размер приманки, тем больше шансов получить поклевку. Итак, у меня все. Удачной рыбалки и классного отдыха в коттедже в Финляндии.